Мне как бы не верилось, что я кого-то найду по интернету, тем более в клубе. Тем более. Я в И мыле. когда мне написали, вот приходите в клуб, я как-то всерьез не восприняла, как можно в клубе с кем-то познакомиться. Когда встречаешься на улице, не знаешь, в принципе, с кем встречаешься. А когда вот так вот, если через клуб, то хитрость в том, что сюда изначально приходят для того, чтобы с кем-то познакомиться, найти себе пару. Пусть не все находят, пусть, может, мало кто находит, но изначально цель-то такая – найти себе пару. А на улице, ну, всякое бывает. Ну, у меня не получалось. Я вот решил попробовать. Я пришла, вот этот вечер прошел. Саша на меня внимание обратил. Думаю, ну вот, и все. Ну, И как обратил. бы и не тот Саша обратил внимание, но мне тот Саша не импонировал, поэтому вот знакомство в клубе не удается, подумала я. Вот так вот. Ну вот хорошо, что вот так же созвонились. Мне-то Ольга позвонила. Да. Да, созвонились, переговорили, что вот что понравилось, что не понравилось. А может, все-таки придете еще раз. Ну и одно за одно зацепилось. Тем более мы когда разговаривали, что я сразу сказал, что да, я бы хотел еще раз увидеть. Ну вот получилось, вот первый раз люди видят, всяко же люди себя ведут. Не всегда люди Надо ведут было себя мне так. напрямую позвонить. Ну вот. То есть люди есть вообще как бы для меня, как, даже можно сказать, на энергетическом уровне непривлекательный. То есть, если бы он был непривлекательным, я бы с ним дальше не продолжила знакомство. Не знаю, как-то так получилось, так скажем. В процессе общения постепенно, потому что сразу человека узнать невозможно. В разных ситуациях люди ведут себя по-разному. В другой раз получилось и пообщаться, и поговорить, и потом со временем как-то так вот шло, 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 и вот и до свадьбы дошло, и до венчания, до всего. Хочется верить, что судьба, как сказать сейчас за будущее невозможно. Надеюсь, что и дальше все будет нормально. Нет, ну мы люди взрослые, нам сколько? Мне 37 лет. Ну, я Ему немножко 41 постарше. был. То есть уже А, на решения тот момент, да. взвешенные. Так что То есть мне уже люди, 20 которые лет. не 15, не 20, нет, не так, что а давай попробуем там дальше, как получится. Прежде чем попробовать, подумали. Вот. Вот так вот и получилось, как сейчас есть.